Не влюбляйся, ни к чему не приведет путь холодный, словно самый стойкий лед. Всем привет, это Хижина Музыканта, меня зовут Раиль. Недавно я выпустил песню под названием «Не влюбляйся», на которую сделал конкурс каверов. И сейчас будем выбирать победителя, отсматривать лучшие работы и также разыграем укулеле по репостам ВКонтакте. Поехали! В первую очередь сердечное спасибо всем, кто принял участие, поддержал релиз и всячески распространил песню своими каверами, репостами и прослушиваниями. Участников было более 50 человек. Наверное, даже больше 60 точно. Но 43 человека я отобрал для участия в этой гонке лучших из лучших. По каким критериям я отсматривал каверов? В первую очередь, это понравилось мне или нет? Просто банально задело душу, тронуло душу или нет? На первое место я поставил сразу двух участников. И первое место безоговорочно занимает дуэт Волков Сергей и София. Смотрим их кавер. Эти ребята прочувствовали песню, вложили душу, и я просто кайфанул. Это было классно. Спасибо, ребята. Также на первое место безоговорочно я хочу поставить Ваню из канала «Ваня научи», который сделал фингерстайл, аранжировку полноценную на данную песню. Но это мега сложно, просто играя музыку на инструменте, передать палитру эмоций всей песни. Но Ваня смог. Смотрим. На второе место я поставил парня под ником Остров Муз. Реально постарался, с хрипотцой мощно, полностью исполнил песню. Мне понравилось, смотрим. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не трожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Еще одно второе место я решил отдать трио, двум гитаристам и девчонке под ником Мурнастя. Они сделали свою аранжировку на данную песню, прочувствовали. Да заколебал ты со своим «прочувствовали». На третье место я разместил тоже сразу двух людей. Девчонку под ником Спирт, странный ник такой. Тембр этой девчонки меня сразу зацепил. Такой расслабленный, чуть-чуть как будто бы обкуренный и приглушенный. Смотрим. Не влюбляйся, ни к чему не приведет, будь холодный, словно самый стойкий лед. Не влюбляйся. Все же было хорошо, я не тот, с кем будет сладко. Вечный странник одинок, гороскопы и журналы, совместимость наших знаков. Ищешь поводы для встречи, проверяешь мои лайки. Ты подсела на любовь, ведь заразительная игла. Ты наивная и малая,
как вы видите, она сняла даже подобие мини-клипа в стиле коржа на крыше на закате дня. Также на третье место я хочу разместить Диану Вакхиеву. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Вот и определились с победителями. Это было совсем непросто, потому что много хороших ребят, много хороших каверов. Но, ребята, это всего лишь мое субъективное мнение, вы все равно все красавцы. Я решил не ограничиваться тремя местами и даже на четвертое разместить нескольких ребят. Это парня под ником Ивановский, хочу его отметить. Он сделал в домашних условиях аранжировку на данную песню, записал барабанчик, я не знаю, как он это сделал, сам набил в программе или нет, записал гитарку, фортепиано, спел. Это, блин, респект. В домашних условиях делать такое, ну, это очень круто, еще в таком возрасте. Продолжай это делать. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, нет, не ваш покой. Также на четвертое место я хочу разместить парня под ником Polygram Music. Данный парень тоже не просто спел песню, а ответственно подошел к вопросу и сделал это красиво. Снял мини-клип. Сделал это, знаете, в стиле Егора Крида. Менял образ, что мне тоже понравилось. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Не влюбляйся, я не твой герой. Не твой, не твой. Будет больно, не тревожь покой. Не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. На пятое место хочу разместить Вову Прилуцких под ником Волдемар. Не знаю, почему у него такой ник. Читается как Волдемор, да, почти. Сделал безумно сильный, крутой кавер, но жаль только маленький кусочек. Он в прошлый раз тоже принимал участие и бомбанул мою песню «Белый танец» в растаманском стиле. Смешал народное пение с современным. Получилось довольно интересно. Смотрим. Не влюбляйся, ничему не приведет, будь холодной, словно самый стойкий лед. Не влюбляйся, все же было хорошо. Я не тот, с кем будет сладко, ты ищешь странник одинок. Гороскопы и журналы, совместимость наших знаков. Ищешь поводы для встречи, проверяешь мои лайки. Ты подсела на любовь, ведь заразительная игла. Ты наивна и мала, ты ничего не поняла. Я не скажу, но больно отпускать. Я молчу, но хочется кричать. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Еще хочу отметить парня под ником Гитаристик. Что он сделал, что меня удивило очень сильно. Он был одним из первых участников, и я думал, он победит. Что он сделал? Он перевел припев с русского на английский и сделал это вкусно. То есть спел в такой иностранной манере. Его стилистика исполнения мне очень понравилась. Так же, как стиль исполнения Рябова Ди. Ну, ник Рябов, нижнее подчеркивание Ди. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Кого еще хочу отметить? Парни под ником world.td, Эрика Гимранова и Веру Блохину. А, еще и парни под ником Граб,
@_ Володя. Вот всем ребятам, кого я сегодня назвал, огромный респект. Вы лучшие. 3 первых места получают денежные призы, как обещал, а остальные получат от меня видеокурсы на выбор. Вокальный, гитарный, для продвинутых и для начинающих. Ребят, ну а сейчас мы разыграем укулеле по репостам ВКонтакте. Перемещаемся за комп. Итак, осталось выяснить победителя розыгрыша укулеле на моей страничке ВКонтакте. Вот этот босс. Нужно было поставить лайк по условиям, смотрите. Лайк, репост, коммент и подписка на музыкальный магазин Динатон, который нам любезно предоставил тревел-укулеле, с которым можно путешествовать и не бояться перепад температур. На нем вообще можно серфить, как они сказали. Влагу выдерживает. Копируем ссылочку на пост и переходим на сайт RunStuff, вставляем ссылочку и выбираем победителя. Жаль, что одно укулеле. Победитель Александр Ворончихин. Ворончихин. Надеюсь, он выполнил все условия. Давайте проверим. Если нет, то придется искать дальше человека. Так, репост он сделал. Так, здесь нужно искать Динатон. Давайте посмотрим подписки по страницам. Динатон. Динатона нет. Динатона нет, к сожалению. Но почему человек не подписался? Динатон, вот он. Так, выглядит таким вот образом. Как его звали? Александр. Александр. Александр Ворончихин. 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 Кстати, есть такой участник. Александр Ворончихин. Поздравляю Александра с победой, потому что он выполнил все условия. Ребята, хочу вам показать всех участников, но в этом видео не получилось это сделать. Хочу сделать отдельную нарезку лучших работ. Нужна ваша реакция. Нужно ли это делать? Напишите в комментариях и поставьте лайк. Давайте наберем 2000 лайков, и я выпущу выпуск, в котором покажу самые лучшие работы на данную песню. Ну а вы качайте песню, ссылочка внизу. Слушайте ВКонтакте, делайте репосты, снимайте каверы, я их просто принимаю. Даже готов поддержать вас, опубликовать в хижине или в Инстаграме. Проявляйте себя, я открыт к поддержке. Любые каверы вообще присылайте в хижину музыканта. Ссылочка будет в описании, я имею в виду группу ВКонтакте. Добавляйтесь ко мне ВКонтакте, давайте двигаться, делать музло. Скоро у меня выходит уже новая песня, на которую не буду делать конкурс, но тоже хочу, чтобы вы ее поддержали. До скорых встреч, пока!